Более 95 тысяч гектар – площадь земельного фонда Звенигородского лесничества. Она уже 14-й год стоит на страже защиты лесов Одинцовского и Русского округов, занимается сохранением и приумножением лесных богатств страны, а также следит за рациональным использованием этих ресурсов. В Звенигородском филиале Мособлеса провели пресс-брифинг по итогам прохождения пожароопасного сезона 2022 года. С начала 2022 года мы зафиксировали 8 лесных пожаров на общей площадью менее 9 гектар. Средняя площадь одного пожара составляет чуть более 1 гектара. Значит, 5 пожаров на площади 4,5 гектара было зафиксировано в Одинцовском округе. И 3 пожара на площади 4,4 гектара в Русском городском округе. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года возникло также 8 лесных пожаров, но площадь возгорания была выше 10 гектаров. Причиной возникновения всех инцидентов остается человеческий фактор. По каждому случаю звенигородским филиалом направлено соответствующее заявление в территориальные органы надзорной деятельности МЧС России для проведения проверок. В июле текущего года внесены поправки в законодательство, усиливающие административную ответственность за нарушение пожарной безопасности в лесах. Если ранее штраф за незаконное разведение огня для несознательных граждан варьировался от 1,5 до 5 тысяч рублей, то теперь сумма существенно возросла, бьет по кошельку и заставляет задуматься об ответственности. В соответствии с этой статьей 8.32 размер штрафа составляет на физическое лицо 60 тысяч, для должностного лица до 110 тысяч, ну и для юридических лиц до 2 миллионов. Ежедневно сотрудниками Звенигородского лесничества осуществляется инспекция всех зеленых территорий лесного фонда. Всего с начала года было выявлено 224 нарушения законодательства, касающихся пожарной и санитарной безопасности, а также незаконной вырубки деревьев. В сравнении с прошлым годом, когда было зафиксировано 349 инцидентов, наблюдается положительная динамика. Особое внимание хочу уделить проблеме несанкционированных свалок на землях лесного фонда. С наступлением летнего сезона на территории Звенигородского филиала Московской области участились случаи загрязнения лесов отходами производства. Сотрудники лесничества еще раз напомнили, что при выявлении навалов мусора в лесу проводятся расследования, и нарушители могут понести административную, а иногда и уголовную ответственность. Если жители становятся очевидцами подобных нарушений, им следует сообщить о происшествии по короткому номеру 112 или по телефону горячей линии лесной охраны 8 800 194 00. Полина Толмачева, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».